Умные технологии на благо экономики. В Шанхае тестируют первый полностью автоматизированный контейнерный терминал. Чудо техники покажем совсем скоро. В эфире областного телеканала АИС международная информационная программа «Середина Земли». Это новости российских регионов и соседних стран. Сегодня их расскажу я, Юлия Ширяева. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого дня. Проблемы и перспективы. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова побывала в Красночекойском районе. Мы благодарны за реализацию этого проекта в этом году. Бережливая поликлиника. В Улан-Удэ реализуют федеральный проект. Без очереди, без ничего. Все такие девчонки прям вообще, спасибо им. Очень добрые, хорошие. В едином ритме в Хэйхэ проводят мастер-классы по игре на хамусе. Выпуск «Середины земли» продолжат журналисты Забайкальского края. В Чите мы приветствуем Екатерину Станиславскую. Здравствуйте. Спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов войдет в Совет по делам Байкальского региона, который планирует создать при Совете Федерации России. Расскажите, чем будет заниматься новый орган и какую роль Совета видит представитель Забайкалья. Здравствуйте, Юлия. Совещательный орган займется анализом законодательства России и правоприменительной практики по вопросам социально-экономической развития Дальнего Востока и Байкальского региона. По словам Игоря Лиханова, роль Совета не только в том, чтобы стать влиятельной структурой, он должен стать рабочим звеном, которое потянет за собой конкретные законодательные решения. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и министр здравоохранения региона Сергей Давыдов вручили ключи от машин скорой помощи «Марок», «УАЗ» и «Газель» главным врачам 8 центральных районных больниц. Эти новенькие машины скорой помощи поступили в Забайкалье в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Три УАЗа отправились в поселок Первомайский, Вершина, Дарасунский и Новопавловку. А на «Газелях» будут обслуживать жителей Краснокаменска, Жирикена, Новоорловска, поселка Шерловая гора и Кокуя. По словам главных врачей центральных районных больниц, эти автомобили очень ждут на местах. С автопарком у нас достаточно проблематично. Большинство машин имеют 100% износ. Новый парк обновлялся только по программам и в небольшом количестве. Эта машина «Газель» полноприводная, класса «Б». Поступает к нам по программе развития моногородов, чем мы очень рады. Ключи от машин скорой помощи вручили губернатор Наталья Жданова и министр здравоохранения региона Сергей Давыдов. Оснащая местные больницы, оснащая местное здравоохранение вот такими современными, комфортабельными, оснащенными автомобилями, конечно, мы очень серьезно решаем задачу улучшения здоровья наших забайкальцев, помощи им, ну и спасения их жизни. Поэтому в добрый путь, на благое дело. В прошлом году Забайкальскому краю дополнительно выделили деньги на покупку машин скорой помощи для моногородов. Наш регион получил 8 автомобилей, имеющих дополнительное утепление стен и потолков, отдельный автономный отопитель салона. В машинах установлены видеорегистраторы, есть дополнительное освещение. Стоимость современного медицинского оборудования, которым укомплектованы скорые, практически равна цене самого автомобиля. Это, конечно, большое подспорье, вот эти машины. И у нас за полтора года мы получили 64 машины вместе с нашими, которые купили на собственные средства. И у нас парк порядка 200 машин, которые нужно поменять. Поэтому, если вот так мы будем работать, то есть федеральное правительство нам будет так помогать, конечно, мы в течение 2-3 лет мы заменим. И это улучшит доступность и качество медицинской помощи. Кроме того, планируется, что в этом году по федеральной программе поступят еще 30 медицинских автомобилей, плюс еще 15 будут куплены за счет краевых средств. Также в конце января-начале февраля Забайкалье получит уже второй вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов, «Середина земли», Забайкальский край. В ходе поездки в Красночекойский район губернатор Забайкальского края Наталья Жданова осмотрела предприятия и учреждения как производственной сферы, так и социальной. На встречах поднимались важные вопросы, выдвигались предложения. Также по итогам командировки был сформулирован перечень поручений для руководителей министерств и ведомств. Подробнее расскажет Екатерина Жукова.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в ходе рабочей поездки в Красночекойский район осмотрела цех по переработке кедрового ореха. Всего за 2017 и начало 2018 года предприятием было переработано и выпущено 20 тонн продукции на сумму 15 миллионов рублей. Конечный продукт – ядро кедровое очищенное. Востребован как в Забайкальском крае, так и в других регионах. Красночекойские предприниматели поставляют кедровый орех в Москву, Иркутск, Хабаровск и Улан-Удэ. Работаем сейчас на всем, на современном оборудовании. Вот брать даже если либо Китай, либо Россия, у нас сейчас самые последние станки. Качество ядра у нас от этого, конечно, очень хорошее. Один из актуальных вопросов для предприятия – это реализация продукции в крупных торговых сетях региона, которые отказываются брать продукцию забайкальского бренда. Наталья Жданова подчеркнула, что она полностью на стороне красночекойских предпринимателей, ведь читинские бизнесмены заняли неконструктивную позицию. Также глава региона в ходе командировки посетила среднюю школу номер 1 Красночекойского района. Большой творческой программой встретили юные патриоты кадетского класса. Он был создан по поручению губернатора в 2017 году. Такие классы нужны для военно-патриотического воспитания, потому что сейчас это очень требовательная ситуация такая вот у нас в стране и в мире. Вот поэтому такие классы обязательно нужны. Плюс улучшается дисциплина. Выдающиеся классы должны быть примером для всей школы. Я когда вырасту, хочу стать разведчиком или военным каким-нибудь. Одна из проблем школы – низкий температурный режим. По словам директора Марины Потаповой, здание обветшало. Дети вынуждены учиться во вторую смену. Необходимо провести капитальный ремонт или построить новую школу. Глава Забайкалья пояснила, что в ближайшее время нет возможности построить новое здание. Однако было принято решение о проведении капитального ремонта. Много вопросов было поднято на встрече с руководителем национального парка Чекой. Проблема пожаров, кадровый голод, необходимость развития детского лагеря «Лесная сказка», вопрос общедоступных охотничьих угодий, которых не должно быть в парке. Сейчас национальный парк включает 4 памятника природы. Активно ведется научно-исследовательская работа. В музее представлены археологические экспозиции, проводятся игры и занятия со школьниками. Вот и сегодня, несмотря на минус 40 за окном, проводится экскурсия. Площадь национального парка 666 467,73 гектара. Представляете, да, насколько это большая площадь? Губернатор поздравила с профессиональным праздником и выразила слова благодарности в адрес коллектива старейшей газеты «Знамя труда». За последний год ее тираж вырос и составляет 2800 экземпляров. Мы благодарны за реализацию этого проекта в этом году. Это социальная подписка. В рамках этой социальной подписки мы получили 100 экземпляров газет бесплатной подписки. Завершающим этапом поездки стало посещение новой, недавно построенной школы в сельском поселении Черемховское. Наталья Жданова привезла с собой подарок – музыкальный центр, отметила творческий потенциал школьников, обсудила проблемы и перспективы развития с преподавателями, выслушала пожелания родителей учеников. Черемховскую школу не могли обойти своим вниманием, поскольку в свое время очень много сил сюда положили для того, чтобы достроить это здание красивое и современное. Ну и надо вот дальше, вот там мамы и бабушки стоят, возмущаются. Теперь дальше надо помогать, автобус надо новый, там чего еще будем. Будем помогать. Во время поездки в Красночекойский район Наталья Жданова провела 7 встреч, в ходе которых обсуждались важные проблемы этого удаленного от центра и самобытного поселения, в котором живы традиции и культура семейских. Екатерина Жукова, Анатолий Тюльнев, «Середина земли», Забайкальский край. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ. С новостями Бурятии нас познакомит Батыр Ламбаев. Здравствуйте. В Бурятии родители вместе с автоинспекторами и педагогами проверили у школьников наличие светоотражателей. Детей встречали утром около школы. Также родительские патрули посетили учебные классы, где школьникам напомнили о важности ношения светоотражающих аксессуаров. Скажите, каковы были результаты этой акции? Приветствую вас, Екатерина, и зрители Приангария. Профилактическая акция прошла в Кабанском районе Бурятии. За полчаса активисты проверили почти 1000 школьников. У сотни не было светоотражателей на одежде и рюкзаках. С каждым ребенком сотрудники госавтоинспекции и педагоги провели беседу. В большинстве случаев школьники пояснили, что забыли светоотражатели дома. Ребятам, потерявшим такие аксессуары, представители родительского патруля вручили повязку из световозвращающей ткани и объяснили, как правильно разместить ее на одежде и к другим событиям.
беречь нервы, время и деньги. Улан-Удэнская поликлиника номер один перешла на новый формат работы. Теперь пациентов делят на 3 потока. И для того, чтобы, например, получить справку, посетителям не нужно сидеть в общей очереди с заболевшими. Какие еще нововведения появились в городской поликлинике, расскажет Мария Латышева. Никаких очередей, открытая регистратура, быстрые ответы специалистов. С весны первая поликлиника вступила в федеральный проект и теперь смело может называть себя бережливой. Беречь обещают не только наше здоровье, а в первую очередь время. Благодаря системе бережливости в первой поликлинике не так давно появились вот такие цветные указатели. Каждое отделение имеет свой специфический цвет. И сделано это для того, чтобы пациент мог быстрее найти врача и прием проходил гораздо быстрее. Зеленый поток – здоровый, синий – диагностический, а красный – это уже пациенты с заболеваниями. Раньше кабинеты, к примеру, терапевтов и узких специалистов были вперемешку. Теперь все по отдельным блокам, и больные со здоровыми не пересекаются. То есть вся диспансеризация, первый этап диспансеризации проходит в отделении медицинской профилактики, не затрагивая участковых терапевтов, не отвлекая их от своей непосредственной работы. Бережливая поликлиника бережет наше время и нервы. С весны очередей здесь нет вообще. А записаться к специалисту стало в разы проще, как и дозвониться до колл-центра. Вместо 6 операторов здесь уже 10. Все они прошли спецобучение, где узнали не только, как просто и быстро отвечать, но и бесконфликтно общаться с пациентами. Если даже нет записи к данному специалисту, кому они хотят, у нас есть такая программа, как лист ожидания. То есть мы не отказываем ни одному пациенту в приеме, мы берем на лист ожидания и потом предварительно наши операторы обзванивают пациентов. Разгрузили и других врачей. Справки, направления и больничные в отдельном кабинете. Я уже 3 года не хожу, но сегодня пришла без очереди, без ничего. Все такие девчонки прям вообще, ну, спасибо им. Очень добрые, хорошие. То есть записываться легче стало. А дозваниваетесь легко до оператора? Да, дозваниваться легко, намного легче стало. Да. Я лично очень довольна. Все такие доброжелательные, что даже вот иной раз без записи пойдешь, и все равно примут, и все расскажут. Мне нравится. Новый формат пациенты уже оценили. В холле поликлиники даже висит лист проблем, где каждый может оставить свои претензии и увидеть, как разрешилась ситуация. Без нервов и траты времени. Это были лишь некоторые интересные события из жизни Улан-Удэ и республики. На этом блок новостей Бурятии завершен. Спасибо, что в эти минуты были с нами. К выпуску международной программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Здравствуйте. О чем расскажете сегодня? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Сян Джунань. В Шанхае приступили к тестированию автоматизированного контейнерного передвигателя. Аналогов этой разработки в мире пока нет. В эксплуатацию машины нового типа планируют ввести уже летом. Подробности у моих коллег. Самоходный козловой кран на 6 колесах. Так будет выглядеть автоматизированная грузоподъемная машина, разрабатываемая в Шанхае. В верхней части кабина. Впрочем, нужна она только на время тестов. В дальнейшем контейнерный передвигатель будет справляться без водителя. Машина оснащена 6 видеокамерами и 4 лазерными радарами. Эти приборы, как глаза человека, могут видеть то, что происходит вокруг, и передавать сигнал мозгу, то есть специально разработанной нами системе искусственного интеллекта. Благодаря этому подъемник может самостоятельно осуществлять навигацию и захват контейнеров. Функционировать беспилотный контейнерный передвигатель может в любую погоду. При максимальной нагрузке скорость его движения достигает 26 км в час. А эффективность работы после начала применения таких машин, говорят эксперты, увеличится как минимум на 10%. Обычно в связке работают один грузоподъемный кран и 5 грузовиков. С тем же объемом контейнеров за то же время справятся 3 передвигателя контейнеров нового типа. Это позволит сократить затраты на оборудование и повысить экономическую эффективность. Первый передвигатель контейнеров нового типа планируют передать заказчику этим летом. Остальную часть первой партии – к концу года. После на очереди проектирование еще более современных машин на 8 колесах и с более высокой точностью системы автоматического управления. В ближайшие 5 лет мы планируем выпустить 1000 подобных передвигателей контейнеров. Это поможет в модернизации и автоматизации контейнерных терминалов не только в Китае, но и за рубежом. Даже управляемых водителями контейнерных передвигателей в мире пока не так много, всего чуть более 4000. Поэтому китайские разработчики автоматизированных машин нового типа уверены, что спрос на их товар обеспечен.
Мастер-классы по игре на хамусе, одном из древнейших музыкальных инструментов мира, проводят в китайском Хэхэ. На них пригласили арачонов, представителей малочисленного народа, проживающего на севере Китая. Занятия проводят известные музыканты из Китая и России. Главная цель курсов – не дать угаснуть уникальной самобытной культуре. Подробности в сюжете далее. От древних шаманских мотивов до современной электронной музыки. Такой широкий спектр звуков можно извлечь из простого на вид инструмента, рассказывает музыкант-виртуоз из Якутии Георгий Слепцов. Его пригласили провести мастер-классы в Китае уже во второй раз. Признается, что его покорило стремление арачонов осваивать традиции, которые были близки их предкам. У нас в народе саха, каждой семье есть хамус, и каждый должен уметь играть на хамусе. И я думаю, что у арачан скоро будет тоже так же. И действительно, интерес к традиционному искусству оказался огромным. И у детей, и у взрослых перенять мастерство приехали люди со всей провинции Хэйлундзян и из внутренней Монголии. И те, кто уже хорошо знаком с инструментом, и начинающие. Я сегодня первый раз взяла в руки хамус. Конечно, для того, чтобы действительно научиться, нужно много тренироваться, но базу нам здесь дали. Теперь смогу рассказывать друзьям и знакомым, что это за инструмент и как он работает. Точно такую же музыку играли наши предки. У меня дома даже был хамус, но играть я не умела. Даже не пыталась научиться никогда. Мне казалось, что это безумно сложно. А приехала сюда и за один день поняла, как какие звуки извлекать. Я начал учиться около года назад. За это время очень много узнал, много начало получаться. Когда вырасту, хочу тоже учить других играть на хамусе. Семинар продлится 5 дней, а после в университете Хэйхэ планируют начать проводить курсы по игре на хамусе на постоянной основе. Сначала посещать их смогут студенты, изучающие культуру арачонов. Позже и другие желающие. На этом у меня все. Передаю слово коллегам из Иркутской области. Спасибо, коллеги. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня в середине земли. В студии работала Юлия Ширяева. Всего доброго и до встречи в эфире.